Курс про стресс логично начать с определения того, что же такое стресс. Понятие стресса в 1936 году ввел Ганс Силье. И он говорит следующее. Стресс – это не специфическая реакция организма на любое предъявляемое требование. Давайте разбираться. Здесь есть очень красивая двусмысленная игра слов вот в этом слове «не специфическая». Потому что, с одной стороны, мы можем трактовать неспецифичность как одинаковость, подразумевая, что у всех людей выделяются одни и те же гормоны стресса. Или же мы можем трактовать не специфичность, наоборот, как уникальность, что нет какой-то универсальной реакции, как все люди на стресс реагируют, каждый реагирует несколько по-своему. Теперь посмотрим на вторую часть определения. Реакция организма на любые предъявляемые требования. Если вам сейчас показалось, что вся наша жизнь состоит из стресса, вам не показалось, так оно и есть, потому что мы постоянно или находимся в ситуациях, когда сами себе предъявляем какие-то требования, или же мы оказываемся в таких ситуациях, когда, наоборот, нам какие-то требования предъявляют. Ученые даже попытались посчитать, сколько же стрессоров есть у людей в жизни, и оказалось, что примерно в 40% случаев люди сталкиваются минимум с одним стрессором в день, а в 11% случаев этих стрессоров больше, чем один. Более того, попытались посчитать и проанализировать, какие же ситуации являются более стрессовыми, какие менее стрессовыми. И это исследование как раз очень четко показывает, что поскольку стресс – это реакция на любые предъявляемые требования, то как позитивные, так и негативные переживания могут приводить к стрессу. Если мы возьмем метод из психофизики попарного сравнения, когда два понятия, две ситуации сравниваются между собой, чтобы потом составить большую шкалу, то мы можем увидеть примерно следующую картину для стрессовых ситуаций. А здесь самое сильное стрессовое переживание, которое только было обнаружено в этом исследовании, это смерть супруга. Мы оцениваем это условно 100 баллов. Это, безусловно, крайне печальное и негативное стрессовое переживание. Но если мы посмотрим на продолжение таблицы, то мы увидим, что, например, беременность оценивается в целых 40 баллов, а Рождество или Новый год – это целых 13 баллов, хотя, казалось бы, сплошные позитивные события. Так что в целом, когда мы говорим про стресс, он действительно постоянно присутствует в нашей жизни, это абсолютно нормально. И я очень надеюсь, что в рамках всего этого курса мы с вами сможем сохранить вот этот позитивный и адекватный подход к стрессу. Мы не будем воспринимать его как врага, с которым обязательно нужно бороться и сражаться, а мы будем воспринимать стресс как нормальную, естественную составляющую жизни и обсуждать, что же с этим можно делать. Тем более, научные исследования показывают, что если бы в нашей жизни совсем не было стресса, нам было бы просто банально скучно. Поэтому такая вот нормальная, энергичная стрессовая встряска – это то, что нужно каждому человеку.